Добрый вечер. Для кого-то добрый день, для кого-то доброе утро. Но тем не менее, мы сегодня снова вместе. Сегодня приглашены на данную школу партнеры компании BitClub Network. И таким образом, сегодня мы будем разбирать самые острые вопросы, которые поступили за эту неделю в мой адрес. Вопросы не такие легкие, как многим кажется, тем, кто уже прошел здесь какой-то временной отрезок времени, который знает, как идеально эти вопросы решаются. Но, тем не менее, для многих наших партнеров эти вопросы как раз и являются камнем преткновения, которые не дают им продвинуться дальше. Многие пожаловались за вот эту неделю мне, что очень трудно начать, очень трудно понять. А уже когда начали чуть-чуть понимать, то мы видим, что, оказывается, это не так-то просто, как Ричард говорил на вебинарах. Ничего страшного, не боги обжигают горшки, еще раз вам говорю, и каждый из вас научится работать первое с компьютером, потому что, как бы там ни было, все сложности, которые происходят на данный момент у каждого новичка, это незнание элементарной работы компьютера. Но я вас за это не ругаю, потому что вы все равно к этому придете, воле или неволе. Раз уже вы пришли работать с биткоином, раз уже вы пришли строить команду, то, естественно, вы должны помнить одно очень простое правило. Знает тот, кто обучает. Может быть, иногда это звучит смешно или, может быть, нелепо. Чему же я буду обучать, если я ничего не знаю? Так вот, вас ученики научат абсолютно всему, так как они будут задавать вопросы, которые для вас не имели никакого значения. И вы просто пришли, послушали вебинар, за вас все сделал спонсор, то есть он все абсолютно выполнил, и вы сказали, а что тут трудного? Ничего трудного не было, он все это сделал виртуозно за 5 минут. Так вот, чтобы точно так же было впечатление у новичков от вашей работы, то, естественно, вы должны когда-то начать практиковать. Плавать в сухом бассейне вы не научитесь. Поэтому давайте будем разбирать то, что для нас уже кажется простым, но для многих людей кажется все-таки сложным. Каждое простое действие, абсолютно каждое действие обозначено на сайтах, на кошельках, на сайте компании. Вот сейчас мы все это постепенно с вами пройдем. Сегодняшний вебинар не будет дольше, чем 30 минут. Почему? Потому что люди все занятые, все хотят сразу попробовать на практике то, что я скажу сегодня, и поэтому вебинары для партнеров будут такими короткими, 30-минутными. Итак, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что все, кто приходит к нам в компанию, удивлены, откровенно удивлены, почему в компании нельзя проплатить долларами, евро, фунтами стерлинга и так далее. Да, уважаемые, в клубе весь расчет ведется только в биткоинах. И вот этот первый шаг, покупка биткоинов, иногда и является вот этой сложностью. Фактически эта сложность надумана, но тем не менее давайте будем разбираться. Итак, если мы с вами пригласили новичка, и у него нет биткоинов, что делаем мы? Мы начинаем их покупать для него. Каким образом мы можем купить биткоин для нашего новичка? Да очень простым способом. Мы должны показать ему, что существуют некоторые биржи. Давайте будем по очереди показывать, какие же биржи, где вы можете открыть и кошелек, и купить биткоин, и сделать все эти действия, которые позволят вам стать членом клуба, дальше приобрести первый пул и начать строить свою команду, если вы партнеры. Так вот, один из сайтов, где вы можете это сделать, CryptoPay, где вы можете открыть доступную в вашей стране возможность для покупки. Почему я говорю и делаю акцент на то, что доступную в вашей стране? Так как не все сайты
где вы можете купить криптовалюту, работают именно в вашей стране. И даже не на всех открытых для вашей страны сайтах вы найдете инструмент, которым вы можете оплатить. Например, у вас нет банковской виза-карты, и какой-то сайт, скажем, не продаст вам биткоины. Или у вас нет какого-то кошелька, там Perfect Money или еще какой-нибудь там Kiwi и так далее, и так далее. И если у вас нет каких-то выполненных условий, например, многие люди, с которыми я веду работу именно по такой простой, казалось бы, деятельности, как открыть счет для того, чтобы иметь свой кошелек, так вот даже такой простой счет для многих является трудностью, потому что у них нет некоторых документов. Давайте мы их перечислим, которые нужны будут в будущем, а в некоторых случаях прямо сразу. Это какое-то удостоверение личности, выданное страной проживания, легальный документ. Это ID, это паспорт ваш, это водительские права, то есть что-нибудь, что выдано государством, где видна ваша фотография, где есть ваше имя, фамилия и так далее. То есть данные о вас. Если этот документ у вас отсутствует, то, естественно, на некоторых, скажем, биржах вы зарегистрироваться не сможете, потому что любая операция начинается с того, что вы должны либо войти, sign in, либо зарегистрироваться, sign up. То есть что-то из этого вы должны обязательно предпринять. И если вы сейчас не зарегистрированы, то вы должны будете предоставить документы, которые с вас спросит тот или иной ресурс. Вот в данном случае CryptoPay может спросить у вас о вас, кто вы, что вы, какие-то документы, которые вы должны предоставить. И только после этого вы можете что-то здесь приобрести. Почему иногда для многих новичков я советую это сделать все равно, даже если они, скажем, вначале не воспользовались возможностью покупать на бирже, а, скажем, воспользовались кошельком или обменным пунктом. Например, как наш обменный пункт, который специально устроен для того, чтобы вы могли свободно за любую валюту хотите отдать. У вас есть сейчас Zcash, Clubcoin, Ethereum, Dash, банковский трансфер в Европе, PayPal, Сбербанк, Яндекс.Деньги, Perfect Money, Advanced Cash. Вот что-то, если у вас из этого есть, Payer, вот извините, еще внизу, то тогда вы можете свободно, имея деньги вот на любом из этих инструментов для оплаты, на любом абсолютно, приобрести себе биткоин, так как он нам как раз и нужен, выбрав, что же у вас есть. Или у вас есть, если вы в Европе, вы производите банковский трансфер, или у вас есть PayPal, или есть у вас Payer в разных странах по-разному, или какие-то другие деньги. Когда у вас есть мастер или виза-карта, вы тоже можете купить. Прямо сейчас вы можете купить себе то, что нужно для того, чтобы вы могли активировать свое членство. Например, 0,143 биткоина, $110 USD, это и есть как раз та сумма с запасом, чтобы вы могли оплатить свое членство и купить биткоин на обменнике. Если вы собираетесь покупать биткоинов много, много, не один, не два, 10, 20, 30, 40 биткоинов, то, естественно, для вас будет дана специальная пошаговая инструкция, как это сделать. Но когда человек покупает для себя первый биткоин, который, помните, является вот этим самым пропуском из одной страны в другую, когда у вас есть этот биткоин, то его можно сделать, эту покупку, везде, где вам удобно. Например, многие говорят: я не хочу покупать в обменнике по разным причинам, я хочу купить на бирже. Нет проблем. Вы регистрируетесь на любой бирже. Вот, например, XEPO, это тоже хорошая биржа, где вы можете купить, но здесь у вас нужно будет пройти те же шаги. Или log-in, то есть вы уже являетесь членом
либо это sign up, где вы еще не зарегистрировались, но хотите зарегистрироваться, и тогда вы в любом случае сможете приобрести себе ту или иную криптовалюту. Когда мне говорят, у меня нет биткоин-кошелька. Если у вас нет биткоин-кошелька, то во многих случаях, когда вы открываете счет, вот на любой из этих платформ у вас появляется кошелек, и он достаточен для того, чтобы вы могли произвести транзакцию между данным кошельком, вот здесь у вас есть свой wallet, и здесь у вас уже есть купленные биткоины, и кошельком, который находится у вас в BitClub Network. Из любого места, где вы смогли купить биткоин, вы можете сделать свободную транзакцию в адрес вашего счета в BitClub Network. Как это делается? Очень все просто. Когда вы хотите купить, например, что-то в компании BitClub Network, ну, например, пул, или, например, вы для начала хотите оплатить свое членство, вот что бы вы ни делали, вы всегда должны создать инвойс, то есть на вот эту покупку, которая непосредственно стоит определенных денег, и вы знаете, что в клубе всегда есть правило, пулы приравнены к долларам, а это значит, что вам абсолютно не важно, за какие деньги вы сегодня купили биткоин. Или он стоит $700, или 720, или 690. В любом случае, когда у вас есть биткоин, который вы завели на свой счет, и он находится у вас вот здесь, вот в этом кошельке, и в скобочках у вас есть сумма в долларах, естественно, это все в биткоинах, так вот вы можете с этого кошелька свободно и просто делать оплаты своих пулов, повышать свой уровень, если вы еще только свободный зарегистрированный человек, то есть не имеете своего здесь ни бинарного места, ни вашего номера, ни вашей реферальной ссылки. Вы можете всегда поднять свое как бы присутствие в клубе самостоятельно, переведя какую-то сумму, или же за счет вашего спонсора, который может вам это оплатить. Давайте сейчас просто посмотрим, как бы это можно было бы сделать самостоятельно. То есть создадим этот первый инвойс, который людей многих вводит в стопор. Например, бы сейчас данный аккаунт захотел купить еще один пул на $500. Сколько бы это стоило на данную секунду, на эти 10 минут, обратите внимание, 10 минут зафиксировано для вас, для того, чтобы вы могли купить пул за определенную цену. 0.70111477 биткоина, который вы должны перевести вот на этот счет. Вот этот счет является счетом получателя. Фактически вы, скопировав, вот так как я вам показываю этот счет, переведете на него из вашего любого места, где у вас есть биткоин, или у вас оно есть на какой-то бирже, или оно есть у вас в обменнике, или еще где-то, и тогда вы оттуда, из того места, делаете простую операцию, перевести биткоины вот на этот адрес, потом скопируете вот эту точную цифру, скопировать и вставить ее в раздел «Сколько вы хотите биткоинов оплатить». И если вы уже имеете здесь аккаунт в BitClub Network, то вы можете делать немножко другие транзакции, которые позволят вам за одну, скажем, транзакцию завести в клуб разные совершенно деньги. Вы, например, хотите, нажав на My Wallet, просто пополнить ваш счет, сделав депозит биткоин на сумму, ну, предположим, вы хотите сюда отправить на ваш счет какую-то сумму. Вы создаете инвойс, введя сумму в долларах, и тогда вам точно таким же образом покажет временный 10-минутный счет, видите, 9 минут
51 секунда осталось, чтобы я мог выполнить данную операцию. И тогда я точно так же копирую новый абсолютно счет. Он никогда не повторяется, он создается каждый раз. И поэтому им нельзя воспользоваться дважды. У меня бывают многие ошибки, допускают молодые наши инвесторы, когда они берут из системы оплаченных ранее счетов, например, на блокчейн, видят, что было перечислено на BitClub Network по тому счету, который они создавали тогда на эти 10 минут. И они берут тот счет, не создают новый, вот как я сейчас вам показал, а берут тот старый счет из своей истории и посылают на него деньги. А они никуда не приходят, такого счета уже нет. Так вот, вы должны помнить, что каждый раз, когда вы хотите перевести, в данном случае сделать депозит биткоинов на свой счет, то вы должны создать инвойс, как это я сейчас сделал, внести сумму, скопировать вот этот счет, который только 10 минут действует для вас, поставить на ваш обменник или вашу биржу, где вы имеете биткоины, отправить, потом скопировать количество биткоинов, вот это, и тоже вставить в это окошко, сколько заплатить биткоинов, сколько отправить. Когда они у вас поступили на счет, у вас загорится надпись о том, что ваш, скажем, перевод был выполнен. До тех пор, пока он не выполнен, у вас будет гореть надпись в истории заказов. Это вот здесь можно всегда посмотреть. Order history, что вы заказывали. И до тех пор, пока ваш заказ не будет исполнен, он будет гореть вот так. Pending confirmation. Мы ждем 6 подтверждений для того, чтобы ваша операция зашла и была сертифицирована. Ну вот, например, сегодня, если я делал какой-то или вчера перевод, то, естественно, вот этот вот, видите, законченная транзакция сразу отразилась у меня в истории моих заказов, и я вижу, что вот эти, например, $100, которые здесь вы видите, перешли ко мне в вот этот мой wallet. Вот если эта сумма в биткоинах 0.16 есть сейчас у меня, то я могу любому своему новичку, который мне, скажем, там по каким-то каналам мог передать деньги или у него еще какая-то ситуация со мной, то я могу сделать ему оплату прямо из своего аккаунта. Называется Paid Forward. Я нажимаю эту кнопку и могу заплатить с любого места через Bitcoin, Ethereum, Zcash. И я сейчас могу просто внести любого вот сюда логина. Например, ну, какой-нибудь, давайте возьмем Ari. Так вот, вписав вот сюда это слово, ну, правда, здесь он, такого нету, но тем не менее, я могу выбрать вот любой продукт со своего аккаунта и сделать оплату. Или купить членство, активировать человека, или купить ему любой пул, или все три пула вместе. Так вот, когда я делаю здесь оплаты на определенный логин, это значит, я оплачиваю из своего wallet. То есть из того окошечка, которое я вам показывал. Это значит, что если у вас вот здесь есть деньги, вы можете сделать очень многое. А именно, многие люди обеспокоены тем, что они очень хорошо разбираются в бинарном маркетинге. Настолько хорошо, что они делают всегда одну и ту же операцию. Ну, давайте снова вот, чтобы было вам более понятно, они делают простую операцию, а именно приглашают своих близких, своих родственников и так далее, с собой в бизнес в самом начале, пока они имеют свободными вот это место слева и вот это место справа. Почему они так делают? Потому что они очень хорошо осведомлены, что все, что будет происходить теперь от вашей интенсивной и успешной работы, будет, например, приглашен вот этот человек, который приобрел какое-то количество пулов и произвел кредиты, то эти кредиты пойдут и этому человеку,
и вам. Таким образом, создавая себе вот такую первую команду единомышленников, так называемую троечку, вот вы во главе и ваш верховный главнокомандующий слева и справа, вот это уже отличное построение вашей будущей структуры. Почему? Потому что каждый, кого вы пригласите лично, где вы будете выступать личным, как называется, консультантом, тогда вы можете этого человека, личного своего, ставить в любое место, когда вы строите команду, когда вы помогаете своим людям как можно быстрее получать деньги. Вот сегодня у меня были многие вопросы. А могу ли я поставить своего личного человека, который приглашен лично мной, в любое место? Я говорю, да. По правилам я должен был бы его ставить на внешнюю сторону, искать в самом низу, где там заканчивается это пустое место, и пока я не нашел open position left, только сейчас у меня, видите, горит open position right, ближайшее, то я бы, скажем, не мог разместить этого человека, поскольку шел бы вот ниже, ниже, ниже и до конца, пока не нашел вот такую ситуацию. Например, open position right, open position left. Это значит, что вот данный логин еще никого не пригласил. Вообще никого. Он только-только оплатил членство, галочка, и у него первый пул за $500. И значит, вот эти места и левые, и правые пустые. И если я строю свой бизнес, то мне абсолютно все равно, куда поставить своего личного человека. Я все равно получу все виды доходов. Например, мне по какой-то причине, а скорее всего причина то, что это моя супруга, очень нравится вот этот логин. И я говорю, отлично, здесь же у нас еще есть свободное место. И вот сюда нажимая, выбираю юзер, тот, кто оплачен $99, и ставлю его вот сюда, в это место. Потому что где бы я ни поставил его, хоть в это место, хоть в это место, я все равно получу кредиты и свои реферальные, как лично моего приглашенного человека. Но в это же время я помогу и этому аккаунту. Потому что если здесь будет, скажем, 3 кредита, то здесь уже будет не zero, а будет 3 кредита. Если я буду пока сюда приглашать дальше человека своего, лично приглашенного, но вот под это место ниже, там появится опять свободное место, то это опять придет сюда, и здесь уже будет не 3, скажем, а 6 кредитов. Или если человек заходит на весь пакет, то, может быть, видите, и 42 кредита. Неважно, сколько человек приносит кредитов, важно то, что они растут. И эти кредиты работают на вас практически дважды. Левая нога, куда бы вы ни поставили своего человека, лично приглашенного, он всегда будет давать вам в итоге какие-то кредиты налево. Если вы приглашаете сюда, в правую сторону, куда бы вы ни поставили личного человека, это будет давать ему кредиты, и вам кредиты, то есть и у него будет, и у вас будет. Все будет идти по восходящей. Вот здесь где-то снизу я поставил своего человека, лично приглашенного, и разместил его вот в это место. Значит, получит 3 кредита, если это минимально пул на $500, человек под этим логином, и также получу эти кредиты я. Таким образом, мне абсолютно все равно, как я буду расставлять своих личных людей, если, внимание, я хочу мотивировать этих людей. И если это мои родные, естественно, если у меня мотивация их как бы поднимать, им помогать, если мы еще тем более живем на одной кухне, конечно, есть, потому что это все называется семейный бюджет. И когда вы работаете вот таким образом, вы можете помогать любому количеству людей, вашим детям, которые где-то живут, скажем, в другой стране, вашим внукам и так далее, и так далее. Что для этого нужно? Для этого нужно зарегистрировать этого человека по его имени, обязательно по его email-адресу,
Обязательно придумать ему логин, новый пароль и сделать регистрацию, чтобы человек появился у вас в списке ваших лично приглашенных, и тогда вы можете делать подарки. Когда вы делаете подарки своим близким, то вы делаете себе, в первую очередь, и также им очень большую финансовую услугу, как, наверное, никогда и никому. Когда вы будете уже достаточно высоко в иерархии, то вы сможете помогать даже не только своим родственникам, а еще и своим хорошим партнерам, потому что у вас будет большое количество людей, которых вы можете ставить туда, где выгодно вам помочь человеку. Например, человек очень хорошо развивается, у него все прекрасно, но ему сейчас не хватает каких-то, может быть, одного-два лидера, которых нужно было бы поставить ему во внутреннюю ногу. Посмотрите, внутренняя нога для этого счета, вот она. А внутренняя нога для этого счета, вот она. Только у одного это right, а у другого это left. Поэтому первый вопрос, который задают мне мои лично спонсируемые, Ричард, где моя спиловер? Так вот, спиловер – это то место, где уже есть кредиты, есть уже некоторое количество людей. В данном случае для вот этого счета спиловер слева. Но когда здесь начнет вот этот счет развиваться, так как человеку под именем вот этим 61 нужно развивать там свою ногу, свою, а не эту, сюда он поставит одного человека и все. Ему это уже делать дальше не нужно. Тут и так хватает кредитов, видите? Кредиты, кредиты, одни кредиты. Только здесь их кредитов нет. Поэтому этот вот логин всегда будет развивать свою внутреннюю ногу. И может так оказаться, что она даже будет обгонять вот эту ногу. И поэтому, когда у меня спрашивают совета, куда бы поставить своего вот близкого, там, родного и так далее человека, я говорю, ставьте и влево, и вправо. Почему? Вы никогда не знаете, какая у вас нога будет развиваться лучше. Это будет для вас способ регулирования равновесия, поскольку каждый цикл 15 слева, 15 справа кредитов – это ваши $200. Вы можете уже сейчас получать до 4 циклов каждый день. Это значит $800. Кроме того, что это еще и лично приглашенные, это ваши реферальные. И с ростом карьеры еще несколько видов бонусов. Сегодня мы не будем трогать карьеру вообще. Почему? Потому что давайте сначала сделаем очень простые шаги. Откроем Bitcoin Wallet, кошелек. Купим первый биткоин. Переведем его на наш счет. Активируем его, чтобы появилась галочка, чтобы вас можно было поставить в систему или в левую, или в правую, в данном случае ногу. Все зависит от того, как вы решаете. Это ваш лично приглашенный. И вы сами определяете его место. Почему? Потому что вы строите свой бизнес, уважаемые, свой личный и никакой другой. И каждый человек, который придет к вам, будет строить свой личный. Он не будет смотреть на вас, что вы делаете, как вы делаете. Он будет строить все равно свою команду и поэтому будет ставить своих лично приглашенных людей туда, куда он считает нужным, где выгодно ему в данный момент. И таким же образом он будет помогать уже вам, потому что вы являетесь частью его команды. Его доход зависит целиком и полностью от вашего дохода и от вашего успеха. И поэтому, чем больше вы зарабатываете, тем больше зарабатывает и ваш спонсор. А значит, у него есть очень хорошая мотивация. Он хочет помочь вам и днем, и ночью. Таким образом, вы можете использовать как бы знания своего спонсора, но только даю вам очень хорошую подсказку. Ваш спонсор имеет 24 часа в сутках. Половина времени он живет для себя, для своей семьи. Он тратит на еду, на прогулки, на сон и так далее. Значит, у него есть какая-то часть времени, которую он может посвятить данной работе. Ну, слово «работа» – это, конечно, слишком много сказано, но давайте так, времяпровождению в данных
видах консультаций. Консультации по финансовому планированию, консультации по созданию независимых постоянных источников дохода. Производят эту работу, эту консультацию и получают свои биткоины. Запомните, только биткоинами происходит оплата в BitClub Network. Никакими другими здесь средствами не рассчитываются. Если вы, например, нажмете вот здесь ваш wallet, то вы будете видеть, что вам за вашу работу постоянно прибывают биткоины, но в скобочках указаны доллары. Не берите во внимание. Моя основная цель, как и ваша, это получение бесплатных биткоинов. Ежедневно, ежесекундно, по десятками раз в день. Почему? Потому что вы пришли не только как пассивный инвестор, который получает свои доходы, но и как активный консультант. Таким образом, вы будете всегда получать ваши доходы в биткоинах, приравненных к доллару, но по курсу, который будет на тот самый момент. Как вы видите, даже за пару дней, 9-10, курс может изменяться. Но так устроен маркет. Вы будете всегда получать биткоин в размере, примерно переведенный на доллар, благодаря курсу. И вот каждый из вас, получая комиссионные в биткоинах, решает, что с ними делать. Или вы их накапливаете для следующего пула. Или вы, например, этими биткоинами оплачиваете кого-то из своих людей. То есть вы делаете все то, еще раз напомню, что выгодно вам. Вы строите свой личный бизнес и ничего другого. Но, как я еще раз напоминаю, вы можете всегда этим людям, которые под вами внутри, помочь. Так вот, когда мы говорим о первом шаге, конечно, было бы хорошо и полезно каждому из вас занять вот эти вот, ну, предположим, вот нажмем сюда, вот эти первые места. Чтобы это были всегда вот ваши какие-то нужные для вас позиции. Это ваши дети, мамы, папы, скажем там, супруги и так далее. Потому что ведь вы будете все равно делать работу, вы будете все равно строить спиловер. Видите, здесь уже почти 492 кредита. И если разделить этих, грубо говоря, 500 кредитов на 15, то здесь уже огромное количество денег, бинарных бонусов, которые выплачиваются каждый раз, когда у вас есть, напоминаю, 15 кредитов с одной стороны и 15 кредитов с другой стороны. И когда у вас уже вот здесь собралось 15 кредитов справа и 15 слева, вы каждый раз получаете себе $200. Ну, в биткоинах, естественно. Так вот, эти $200 для вас могут быть отложены, накоплены для следующего пула, для вывода. Как вы хотите выводить деньги, ваши биткоины, ваше дело. Или вы выводите их на биржу, выводите на ваш кошелек, на вашу карточку и так далее, и так далее, и так далее. Помните, на многих биржах есть возможность купить карту для того, чтобы вы могли пользоваться биткоинами. В обменных пунктах, на биржах вы можете купить карту, которая будет работать как MasterCard, покупая на эту карту продукты, сервисы, все, что вы хотите. Таким образом, вы пользуетесь своими благами, а эти блага вам даются тогда, когда вы имеете членство в клубе. Как только вы стали членом клуба, вас сразу могут ваши спонсоры разместить в какую-то из своих ног. Пусть даже, видите, здесь нет пула. Нет еще пула, но уже есть кредиты. Откуда они появились? Кто-то снизу уже приобрел себе пулы. Но, тем не менее, это место у вас уже есть. У вас есть $99, и под вами уже ставят людей. Вот человек, вот человек. Это все за вами. Это все кредиты, которые идут снизу вверх. 6, 6,
6. Видите, в 7 позиции с этого правого, с левой, вернее, ноги, всем пришли эти кредиты. И здесь, смотрите, эти все кредиты снизу вверх поднимаются вот сюда, и вы только черпаете, как из колодца, чистую воду, только здесь чистую монету биткоин. Каждый цикл 15 слева, 15 справа, вы получаете $200. И таких циклов вы можете производить в день до 4 на вашем уровне майнера. Этот уровень майнера не так долго для вас. Вы за месяц-два с него уходите, и вы тогда получаете большее количество вот таких циклов. Итак, подведем итог. Для того, чтобы стать членом клуба BitClub Network, вам нужен практически один биткоин, потому что он стоит дороже, чем $99 стать членом, и дороже, чем $500 купить первый пул. Поэтому сейчас при такой цене это даже меньше, чем один биткоин, и вы можете уже прийти в нашу превосходную команду, где каждый будет заинтересован в вашем успехе, в вашем доходе, где вы наконец поймете, что вы родились для того, чтобы быть богатыми. Потому что вы это можете. А чего не можете вы, то можем мы. И каждый спонсор должен помнить, что если он хочет что-то знать, он должен начать учить. Он должен проводить вебинары на своем YouTube-канале, приглашать вышестоящего спонсора для ответов на вопросы, проводить совместные мероприятия, раскручивать себя самого так высоко, чтобы все знали, что вы пришли сюда не на один день, что вы пришли сюда для того, чтобы зарабатывать большие деньги и помочь это делать всем своим людям. Благо у вас для этого есть все инструменты. Нет такого места, где бы вы не могли, скажем, сегодня не рассказать о том, что есть биткоин, который котируется, который продается, который вы можете увидеть на любой бирже среди всех прочих, скажем, криптовалют. И вы можете прекрасно воспользоваться вот таким вот сайтом, который очень вам поможет. Еще раз его открою. И направит на правильный путь. Почему? Потому что когда вы выходите вот сюда, на WorldCoin Index, то вы увидите, что наш BitClub Network майнит 4 криптовалюты, еще раз перечислю их, биткоин, Ethereum, Zcash и где-то чуть-чуть ниже наш ClubCoin, потому что это внутренняя недорогая валюта, которая тоже развивается вместе с клубом. И если вы ее вот здесь сейчас мы найдем, где она, вот она, видите, ClubCoin, наша валюта, которая стоит сейчас от 36 центов до 39 центов. Мы майним 4 криптовалюты, чего желаем и вам. Поэтому разрешите на сегодня закончить. Я думаю, что вам было полезно. Запишите мне все вопросы и отправьте мне их по моему либо Skype, либо еще каким-то образом, потому что я хочу знать, насколько вы уже разобрались, что для вас является еще не, скажем, как сказать, что является еще не отвеченным, потому что говорить просто о том, как работает кабинет и так далее, не нужно. Мы уже несколько раз об этом говорили. Говорить о каких-то тонкостях, которые нужны вам для хорошей работы, вот это я бы и хотел делать каждый четверг для вас в то время, которое удобно вам. Не обязательно вам присутствовать на прямых эфирах, поэтому вы можете смотреть это в записи. Все-таки так как у меня время сокращается, то я иногда буду это делать даже и вечером, когда у меня более свободное время, но вы можете это всегда посмотреть в записи. Итак, успехов вам! До встречи, ну теперь в четверг для партнеров и каждый вторник для тех, кто хочет пригласить людей первый раз.
Сейчас я усиливаю количество вебинаров. Практически они происходят каждый день, и в пятницу, и в субботу, и в понедельник, и во вторник, и в среду через каналы моих лично приглашенных людей, то есть прямым спонсором. Следите, пожалуйста, за моим YouTube-каналом и за каналами ваших спонсоров, которые являются моими лично приглашенными, и я буду для них вести вот эту спонсорскую помощь, проводить вебинары для их будущих клиентов. Всего вам доброго, до свидания.